«Стиль жизни» представляет. Настольную игру «Фруктаж» можно играть по разным правилам. Переверните верхнюю карту, и если там нарисован фрукт, то необходимо назвать количество таких фруктов в ассорти. А если там цифра, то сказать, что изображено в таком количестве. Кто первый назвал правильный ответ, забирает карточку себе. А в другом варианте правил, вместо того, чтобы называть ответ, необходимо схватить правильный жетон. Победит тот, кто первым соберет 4 жетона. Но помните, что можно хватать жетоны, которые лежат перед другими игроками. С настольной игрой «Фруктаж» тренировать внимательность и скорость реакции весело и интересно.